Здравствуйте. Сегодня приготовлю свежую картошечку в духовке со свининой. Картошечка только выкопала, прямо она свеженькая-свеженькая, нового урожая. Свининка у меня получается такой прослоечкой. Картофель подготовила, помыла, поскоблила, так как это молодой картофель. Нарезаю вот такими дольками. Вот этот рецепт приготовления свежего картофеля со свининой, он очень простой, но он безошибочно получается вкусным, беспроигрышный вариант. Вопрос, сколько нам потребуется картофеля? Зависит от того, какой у вас будет противень, на чем вы будете готовить это блюдо и вообще от вашего аппетита. Теперь нужно картофель присолить. Я посыплю сушеным розмарином, можно применить свежий, у меня сушеный, все визуально на глаз. Я думаю, что достаточно. Нужно полить немножко растительным маслом. Все хорошо перемешаем. Это свинина с прослойкой, здесь вес 2 килограмма. Я думаю, что я возьму половину на наше блюдо. Я разрежу вдоль на 3 части. Это не принципиально, можно разрезать по-разному. Я так сделала, вот таким образом. И это у меня будет ширина порционного кусочка. Сейчас я посолю. Чайная ложка соли, черный молотый перец по вкусу. Я беру пол чайной ложки, хорошо все это перемешиваю и выкладываю на картофель сверху. Почему именно сверху на картофель я выкладываю? Потому как потом сальце потопится и вкус свининки впитается в картофель и будет очень вкусно. Духовку нагреваю до 200 градусов, ставлю на среднее положение духовки. Степень готовности проверяем по картофелю. У меня картофель молодой, поэтому больше-меньше примерно 40 минут будет готовиться. Свежая картошка со свининой готова. Пробуйте, готовьте. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.